друзья, по совету местных ребят мы пришли на пляж, который называется Сочи Форния. Находится он, если смотреть на море, с левой стороны реки Мзымта. Выглядит вот так вот, Сочи Форния Бич. Приятного отдыха вам желает. Пойдемте посмотрим, что тут вне сезон он из себя представляет. Это, наверное, даже интересно. Ну еще ларечки все закрыты. Я думаю, что в дальнейшем это будет выглядеть по-другому. Парковочка довольно-таки большая. Людей, я хочу сказать, что немало здесь находится. Причем на парковку я смотрю, что все просто заезжают и все. Ну так вот, полезно гулять по Сочи, потому что находишь интересные места. Блин, когда-нибудь вот такая машинка будет у меня, в смысле, именно дом на колесах. Хочется. Но говорят, что не очень удобно, то, что он везде проваливается. Он что, приехал на парковку, машину поставил, уже спи не хочу. Сколько мест можно посещать? Просто нереально. Может, у кого-то дома стоит там? Дайте попользоваться. Ну и вот такой подъем сразу нас ждет, чтобы на пляж пройти. Слушайте, прям даже интересно, чем он так сильно сюда привлекает людей. Баня, пожалуйста, если вдруг вам надо. Кстати, у меня душ. Должен работать там кафе, детская площадочка, экспресс американо и еще одна барная зона. Красиво это, кстати, сделано, слушайте, со всех сторон моря. Интересно смотрится. И смотрите, ребята, какая красота. Просто люди тащатся. Вот здесь на мешках, наверное, даже прикольно полежать. С правой стороны Мзымта, это туда дальше море. В левую сторону у нас тоже ушла река. Хорошо, спасибо, Алексей. У нас вот местные жители, как раз таки, которые сюда и направили. Пойдем смотреть. Честно могу сказать, что, наверное, купаться бы здесь не стал, потому что Мзымта как раз таки сейчас вот можно увидеть, течение выносит вот именно в эту сторону. Ну и, собственно, здесь вы будете купаться в речной такой большой воде. Но вот так вот побывать с другой стороны пирса, это прям дорого стоит. Прям очень круто. То есть, сколько ходил, смотрел, никогда не думал, что под пирс можно будет зайти. Если мы зайдем, что ж мы там увидим? Вон там девушки загорают. Там даже интересно. Вау! И вот тут просто до мурашек. Прикольно, слышь. Особенно вот это вот смотрится. Круто. В общем, смотрится это очень прикольно. Особенно здесь разные звезды нарисованы. Не развелся. А ну, сади в нее. Ну, покажи, как надо. Даже колесо здесь лежит. То есть тут для занятий кроссфита люди, наверное, приходят и тусуются. Смотрится прям очень интересно. И такой бац, выходишь. Красота.